Интерьер комнаты для девушки, фотопримеры, советы по оформлению, правила. Для того, чтобы создать стильный интерьер комнаты для девушки, следует учитывать, что детское оформление ей больше не подходит. Нужно учитывать индивидуальность юной леди, ее стиль, интересы и предпочтения. Ее комната должна воплощать женственность, чувственность и уютное настроение. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Девушки часто приводят подружек к себе домой, поэтому ее жилье должно быть комфортным и обустроенным так, чтобы ощущалась аура хозяйки комнаты. Родители должны обязательно прислушиваться к мнению дочери и все предметы интерьера согласовывать вместе с ней. Что же нужно учитывать, чтобы создать идеальный дизайн для комнаты девушки? Первое, с чем нужно определиться, какой выбрать стиль. Все девушки разные, кому-то нравится романтический, воздушный стиль в нежных тонах, кто-то любит яркие и нестандартные решения, а третьи отдадут предпочтение строгости и сдержанности. Поэтому, учитывайте мнение хозяйки комнаты при выборе тонов, предметов декора и мебели. Второй момент. Грамотно разделите комнату на функциональные секторы. Важно, чтобы зона отдыха не пересекалась с зоной учебы. В каждом уголке комнаты девушка должна чувствовать себя соответственно. Комната подростка должна выполнять взрослые функции. Сделайте следующие зоны. 1. Рабочий сектор. Лучшим местом для работы и учебы станет место окна. Приобретите навесные полки и компьютерный стол. Они станут отличным местом для книг, ноутбука, тетради и учебников. Если девушка занимается творчеством, то расположите рядом мольберт для рисования. 2. Сектор для отдыха. Отдайте предпочтение удобному дивану или кровати с ортопедическим матрасом. Рядом поставьте журнальный столик. 3. Гардероб. Замечательным местом для хранения вещей послужит большой вместительный шкаф-купе с большими зеркалами. При оформлении комнаты учитывайте предпочтения девушки. Рассмотрим несколько стилей. Классика. Обои светлые с нежными узорами. В тон подбираются шторы, плед, подушки. Можно дополнить оформление декоративными предметами. Часы, статуэтки, шкатулки для украшений, светильники и прочее. Скандинавский стиль. Он заключается в простоте, естественном свете и свежем воздухе. Для такого оформления выбирайте постельные оттенки, разбавленные яркими акцентами синего или винного тонов. Для придания уюта используют цветы в декоративных горшках с графическими рисунками. Также на стену можно повесить строгую картину в черно-белых цветах. При выборе мебели обратите внимание на нежные формы. Важно, чтобы она была функциональна и удобна в использовании. Не выбирайте грубую и массивную мебель. Отдайте предпочтение молодежным конструкциям, рассчитанным на современных и активных девушек. Чтобы реализовать уникальное оформление комнаты для вашей дочери, важно учитывать многие моменты. Серьезно подойдите к выбору мебели, цветовой гаммы и зонированию. Обязательно прислушивайтесь к мнению подростка, и тогда вы сможете создать дизайн, о котором мечтала юная особа. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Подготовлено. Алекса 0403.